А давайте еще раз аплодисментах искупаем всех артистов. Честно говоря, меня позвали сюда, чтобы потянуть время. В следующем номере выступает Мария Павловна. Мне нужно дать время, чтобы она переоделась. Давайте выучим одну кричалку. Вы, наверное, ее знаете, да? Давайте я говорю. Вы как к нам относитесь вот, за заезд? Вы к нам привыкли? Да! Вот, например, мы вас любим, а вы нас любите? Да! Не, мы вас серьезно любим? А вот мы уже докричали, что говорим. Да? Я говорю, мы вас любим, вы говорите. Мы вас тоже. И вместе говорим, потому что мы... Да, попробуем еще раз. Мы вас любим. Мы вас тоже. Потому что мы похожи. Ну, прям вообще блестяще практически. И еще одну кричалочку Алексей Юрьевич хочет прокричать с вами. Аплодисменты, Алексей Юрьевич. Значит так. Кто нашел? Я чего-то говорю, и в конце каждой строчки вы говорите «вай-вай». Радик Рафилович. Вай-вай-вай. Раиса Раисовна. Вай-вай-вай. Итак, «вай-вай». Вай-вай. Угу, хорошо. От Сухуми до Батуми. Вай-вай. От Батуми до Сухуми. От Москвы до Ленинграда. Вай-вай. От Уфы до Талпара. Вай-вай. Молодцы. Все. Аплодисменты, Алексей Юрьевич. И последнее. Давайте экспресс-интервью проведем. Кому запомнился самое, вот, что самое-самое запоминающее вот в этом заезде было? Поднимите руку, что хочется рассказать, пожалуйста. Никому вслух об этом не рассказываю. Еще кому, что запомнилось. Да, и да, что не запомнилось? Конкурс про сумо. Конкурс про сумо. Про сумо конкурс. Еще кому что запомнилось? А? Парочка толпарочек, да, был такой конкурс. А еще что? Вот такое событие может быть. Я не знаю, первый раз влюбился, поцеловался, станцевался. Мероприятие, посвященное Великой Отечественной войне. Вам большое спасибо, я надеюсь, вам запомнится этот заезд всем, не только конкретными событиями. Аплодисменты!